Добрый день, уважаемый посетитель. Вы хотите открыть интернет-магазин, но не знаете, с чего начать и вообще не знаете, как это делается? Вы пришли прямо по адресу. Нет ничего проще. Скорее всего, вы и не знали, что открыть собственный интернет-магазин на самом деле не сложнее, чем зарегистрироваться в социальной сети и загрузить туда свои, как говорится, фотки. Представьте себе, я не шучу, и это действительно так. Уделите мне всего 5 минут вашего времени, и я это вам докажу на практике. Добро пожаловать в бесплатную видеопрезентацию «Как открыть интернет-магазин. Первый шаг к деньгам в интернет-торговле». Меня зовут Дырза Александр, и перед тем, как мы начнем, я хочу сказать вот что. Я не являюсь профессиональным программистом или интернет-маркетологом. Я просто обычный предприниматель, который некоторое время назад хотел открыть свой интернет-магазин быстро и желательно, как говорится, бесплатно. Я начал искать решение данной проблемы, однако я столкнулся с массой мелких и не очень даже мелких проблем, как технических, так и психологических. Это был сущий кошмар. Все эти хостинги, домены, движки, PHP, HTML, MySQL, CGI и прочие технические вещи. Кроме того, в голове крутились такие мысли, как «А что я буду продавать?» «А кто будет покупать тот товар, который я выберу?» «А вдруг не будут покупать? И что потом с этой кучей товара делать?» «И потом, где искать поставщиков?» Как с ними договариваться о самых выгодных условиях? Да и так, чтобы не приходилось закупать этот товар вагонами и потом сидеть и думать на этой куче товара, как и куда это продать. Я обратился к так называемым фрилансерам. Это такие самонанятые люди, профессионалы в какой-либо области в интернете. Но эта история, хочу сказать, закончилась лишь потерей примерно 3 месяцев ежедневных обещаний и завтраков. И в конечном итоге еще и потери 22 тысяч рублей, которые я уплатил этим мошенникам вперед. Помню, я тогда еще обратился в полицию о факте мошенничества. И знаете, этого человека наша полиция совместно с отделом К каким-то макаром все-таки вычислила. Но по сей день об этом деле, как говорится, ни слуха, ни духа. Человек, как оказалось, обманул очень много людей на сумму почти в 1 000 000 рублей и уже сидит, в общем. Но мне-то что с того? Денег-то мне никто так и не вернул, да и потерянное время тем более никто не вернет. Да, как вспомню, это сейчас аж жутко становится. Скверное было время. И представьте, чего стоило мне объяснять в полиции тупому следователю, который слово «интернет», как мне показалось, слышит впервые. Здесь я ни в коем случае не хочу сказать, что все фрилансеры сволочи. Многие вполне приличные люди, и ко многим я часто обращаюсь с заказами по работе и по сей день. Я просто хотел вам рассказать свой вот такой плачевный, как говорится, опыт. Если вы обращаетесь к фрилансерам, не пожалейте тех несчастных процентов и используйте так называемую защищенную сделку, которая имеется на этих сайтах. Однако я не унывал и все-таки решил в этом деле самостоятельно разобраться. Перекопав тонны информации в интернете и потратив еще, наверное, порядка пары месяцев времени, в один обычный день ситуация изменилась кардинальным образом. Причем это случилось так быстро, что я не мог поверить, что это на самом деле оказалось так просто. Чтобы не быть голословным, посмотрите, какой интернет-магазин в итоге я тогда открыл. Любой товар. Любой абсолютно, давайте, например, ну пусть будут планшеты, да, вот зайдем в категорию планшетов, заголовок, цена может быть как и зачеркнутая, так и обычная,
есть это все настраивается. Ну, естественно, картинки. Картинки, вот, причем очень так замечательно сделано. Вот смотрите, нажимаем, выдвигается, можно листать стрелочками вправо-влево. Вот. Я поставил видео для того, чтобы когда человек зайдет в эту категорию, он заинтересуется, ну, возможно, просмотрит видео. Вот, как примерно это. Эти видео само с YouTube загружается. Вот, полностью мы его смотреть не будем. А, нажмем здесь на кнопку купить. Здесь все тоже очень современно сделано, корзина. Вот, далее здесь идут у меня несколько способов оплаты, самые популярные. Вот это Kiwi, Visa. Через РБК Money там можно различными электронными деньгами платить. Кстати, я не зря в самом начале сказал, что это оказалось не сложнее, чем зарегистрироваться в социальной сети и закачать туда фотки, как говорится, своей собаки. Сейчас я поясню, что я имел в виду. Хочу еще добавить, что открыл я этот интернет-магазин, не вложив туда практически ни копейки. Вы, наверное, уже подумали: о, но сейчас снова опять что-то будут впаривать. Не дождетесь. В этом видео я вам обещаю, ничего продавать не собираюсь. И в самом деле достаточно было просто зарегистрироваться. Загрузить в магазин свои товары, картинки и произвести некоторые несложные настройки, чтобы принимать заказы и оплату прямо на сайте. Ведь не зря я о социальных сетях говорил. Вы, наверное, уже заметили, что в последнее время есть такая тенденция. Многие открывают группу где-нибудь ВКонтакте, нагоняют туда посетителей и начинают что-либо им там продавать. Есть такое, да? Ну, наверное, видели по-любому. Если вы пришли из ВКонтакта, вы по-любому это видели. Но есть там один момент. Смотрите, обычно деятельность по продаже чего-либо во ВКонтакте — это муторный, рутинный и трудоемкий процесс. Такой, как говорится, магазин ВКонтакте требует постоянно производить различные рутинные действия. Вроде ответов на вопросы потенциальных покупателям, каждый раз договариваться о встрече или сообщать им способы оплаты и реквизиты всяких WebMoney, Kiwi и карт Сбербанка. Знакомо, да? Кроме того, надо торчать онлайн все время, и самое смешное, что мало кто в итоге покупает. А теперь смотрите, какой фокус. Мой интернет-магазин интегрируется с популярными социальными сетями, такими как Facebook и ВКонтакте. Смотрите, вот по соцсетям я вот сделал ВКонтакте у себя, группу создал, видите, и здесь такое приложение. Его когда запускаешь, то человек, не выходя из ВКонтакта, видит ваш магазин и может делать прямо здесь заказы. Вот любой товар выберем. Заходим. Все, здесь все точно так же, как в магазине. Видите, здесь также есть описание товара, картинки. Все так же выезжает, все красивенько сделано. И это все ВКонтакте. И можно сделать, естественно, и в Фейсбуке. Если сделать такой магазин в самом ВКонтакте или в Фейсбуке, то ну, можно увеличить продажи в разы. Видите, здесь также оформляется заказ. Здесь все аналогично оформлению заказа. Если ваш клиент бы шел бы сразу непосредственно с витрины вашего магазина. А теперь сравните разницу между группой и тем, что у меня получилось. Здесь есть, как вы видели, и корзина, и оплата различными способами в автоматическом режиме и без вашего участия. То есть клиент может оформить заказ и оплатить его прямо не выходя из соцсети. Классно, да? И это все, дорогой друг, результат практического применения простых и, может быть, даже очень известных вещей, о которых вам никогда не расскажут ни профессиональные программисты, ни прочие специалисты, предлагающих в интернете открыть для вас интернет-магазин за, между прочим, немалые деньги. На самом деле интернет сейчас буквально захламлен всевозможными предложениями и объявлениями.
где вам предложат за какие-то 10, 20, а то, наверное, скорее всего, и больше тысяч рублей открыть для вас интернет-магазин. Вспомните, к чему меня это привело. Есть еще куча бесплатных статей и всевозможных 21-дневных дорогостоящих курсов и тренингов. Однако нет ни одного действительно простого и комплексного решения конкретно этой основной проблемы как новичку и не программисту, да и в общем-то обычному человеку быстро и без вложений открыть наконец-то таки свой интернет-магазин. Везде этот момент упускается, и обычно эти курсы и тренинги рассчитаны все-таки на подкованную публику. Для тех, кто уже знает всякие технические вещи, вроде, как я до этого говорил, PHP, HTML, CGI, jQuery, домены, хостинги, шмостинги и тому подобные вещи. То есть на непонятном для обычного человека языке. Поэтому я решил собрать те самые простые, легкие, практические принципы, которые мне тогда дали конкретный результат и в рекордно короткий срок. И я решил их поместить в краткий мультимедийный курс «Как открыть интернет-магазин. Первый шаг к деньгам в интернет-торговле». Если вы примените те легкие, простые принципы, о которых я говорю в этом курсе, на практике, то я вам гарантирую, к концу освоения курса, если вы все будете повторять так, как я там буквально на пальцах, мышкой, носом, если хотите, вас тыкаю, что сейчас надо нажать и где кликнуть мышкой, то у вас в итоге будет уже свой собственный, навороченный, открытый интернет-магазин. Интернет-магазин, который имеет колоссальный функционал. Интернет-магазин, интегрированный с 1С предприятием и социальными сетями. Интернет-магазин, который принимает в автоматическом режиме заказы и оплату любыми всевозможными на сегодняшний день способами оплаты от ваших будущих клиентов. Интернет-магазин, который формирует всевозможные бланки для облегчения дальнейшей работы с покупателями, да и вообще там более 200 фишек и функций. И в конце концов интернет-магазин, который вам не стыдно будет показать друзьям и даже родителям. И они при этом просто скажут: «Вау!». Мультимедийный курс «Как открыть интернет-магазин. Первый шаг к деньгам в интернет-торговле» – это простой, понятный практический курс, дающий вам положительные результаты легко и быстро. Вы можете заказать себе копию прямо сейчас по стоимости... Шучу, шучу. Курс пока совершенно бесплатный. Однако я могу в любой момент изменить свое решение. Для того, чтобы получить этот видеокурс прямо сейчас, введите в форму справа свои контактные данные, ваше имя и ваш работающий e-mail. И я вам сразу же вышлю его на ваш, как говорится, e-mail. В любом случае, вам просто нечего терять. Кстати, обещаю, я вас спамом не завалю. Даже и не мечтайте. Знаете, многие мои знакомые и подписчики меня спрашивают: «Слушай, зачем ты бесплатно раздаешь такую хорошую информацию? Ты мог бы ее продавать за хорошие деньги». А я скажу так, просто я хочу, чтобы больше людей, кто хочет открыть собственный интернет-магазин, наконец-то это сделали. И не наступали на те грабли и не теряли столько денег, сколько я до этого потерял. Приведу пример. В США оборот онлайн-торговли уже превысил практически $300 миллиардов в год. $300 миллиардов в год, задумайтесь только. А у нас в Рунете цифра пока не столь внушительная. Хотя она пока составляет чуть меньше $10 миллиардов в год. Тем не менее, если вы
из этой цифры, то есть видите круг, это рынок, допустим, вы займете хотя бы маленькую точечку, хотя бы маленький пиксель на вашем экране, то это уже будет миллионные обороты. Давайте продвигать онлайн-торговлю в Рунете вместе. Здесь есть куда расти. Поэтому прямо сейчас, не теряя ни секунды, введите свои контактные данные, свое имя и ваш основной имейл в форму справа и нажмите кнопку «Получить курс». И я незамедлительно вышлю вам его на ваш e-mail. До встречи в видеокурсе, дорогой друг!